приглашаю присутствующих за то, что они посетили, потому что тема на самом деле интересная. И я, как докладчик, меня попросили в связи с тем, что отсутствует Константин Васильевич Федотов, а он уж точно, можно сказать, является, ну, если уж не основателем, ну, то есть активным участником вот профсоюзного движения. Значит, свою лекцию я хочу начать с того, что моя история, так скажем, началась как раз с 92-го года, когда я впервые устроился на работу, и ко мне подошел представитель профсоюза докеров и предложил стать членом профсоюза докеров. Для меня это, как бы, так как я был всегда членом профсоюза, большой неожиданности не вызвало, ну, то есть реакции никакой не вызвало, и я тогда спокойно написал заявление о вступлении в Российский профсоюз докеров, и с этого момента для меня и началась профсоюзная, так скажем, жизнь. Вот. И с этого момента я и могу судить о самом развитии профсоюзного движения в нашей стране, наверное. Вот. Значит, поэтому вот и всю историю развития профсоюзного движения я просто буду свой доклад или свою лекцию строить на том, как развивался наш российский профсоюз докеров. Значит, напомню, что в 92-м году это и произошло впервые. Наверное, ну я не знаю, может быть, другие есть факты о том, что на постсоветском пространстве образовался независимый профсоюз, и этот независимый профсоюз стал профсоюз, российский профсоюз докеров. Значит, вспомнить, если тот период, то можно сказать, что действующий на тот момент закон КЗОТ о труде, да, произошло что? То есть, ну, существовало коллективное, то есть КЗОТ, который, по моему убеждению, защищал, да не по моему убеждению, а по сути своей, защищал работников. Вот, и практически на тот период можно тоже говорить о том, что все работники в той или иной мере были членами профсоюза. Ну, то есть существовала самая массовая и огромная профсоюзная организация, это ОЦСПС, ну, то есть которая по своим масштабам была, наверное, самая крупная общественная организация, наверное, в мире или, ну, в нашей стране так точно. Вот. То есть, если давать оценку тому действующему законодательству, а почему нужно давать, потому что мы как раз и возникли в этот период, да, то есть он был самым прогрессивным. Вот. И с одной стороны прогрессивность, а с другой стороны профсоюз, ну, то есть, который существовал, профсоюзные организации, вот, зачастую были, на мой взгляд, инструментом, таким, скажем, партийным инструментом, который, с помощью которого и происходила регуляция, регулирование, например, трудовых взаимоотношений, то есть производство, решались производственные вопросы во многом. Вот. И в этот период, если так трезво взглянуть, вообще трудно предположить, что мог возникнуть вообще какой-то даже независимый профсоюз. Значит, ну или профсоюз, который мог бы являться альтернативой ВЦСПС. Ну, это произошло, и должен сказать, произошло по причине следующей, ну, то есть, как я считаю, по причине какой? По причине той, что в рамках этого огромного профсоюза работникам основных профессий зачастую не удавалось, так скажем, ну, отстоять, может быть, или поставить свои проблемы, ну, то есть к решению. То есть не решались основные проблемы или вопросы, которые ставили непосредственно работники основных профессий. Зачастую по численности они всегда были меньше, чем там весь профсоюз. То есть и организационная, так скажем, и структура самого большого профсоюза, так скажем, вот, душила или задавливала маленьких представителей. Вот. Наш профсоюз, если можно сказать, объединились мы тогда вокруг такой, можно сказать, цели и задачи – это ограничить физическую нагрузку на человека –
Вот, и это ввести в коллективный договор предприятия. Я должен тогда сказать, то есть напомнить, то, что в рамках действующего КЗОТа и вообще, то есть на каждом предприятии были коллективные договоры, и они были, если дать им оценку, конечно же, по своему содержанию, во много превышающим сегодня содержание действующих коллективных договоров, если они есть на предприятии. Вот, и по своей защищенности. Но это произошло, и значит, вокруг этого и произошло объединение докеров, или вернее, стремление докеров защищать непосредственно свои интересы. Вот, так как они, ну, вот, не хотели решать этот вопрос, пришлось решать самостоятельно. Должен напомнить, что в то время в порту не было такой нормы, и докеры, которые работали, они ежесменно суточное задание выполняли, я имею в виду, по физической нагрузке. Эта нагрузка превышала 60 тонн в смену, то есть на человека. То есть вот вы... Да, вот это вот в 92-м году, это не было тогда вообще нормировано, скажу так. То есть там это не было установлено никакой нормы, я просто хочу сказать то, что ребята у нас делали по факту по 60 тонн зачастую там, ну вот вдвоем два вагона. По два вагона. Вагон до обеда, вагон после. Ну вот, защищали. И то зачастую ходили рано домой. Вот. И вот это вот сознание, то, что пора это... положить конец, и привело к тому, что произошло у нас, вернее, у нас образовался тогда профсоюз, наш профсоюз, российский профсоюз докеров. Значит, в этот момент, конечно же, когда все уже, то есть, так скажем, были отвлечены вопросами касаемо переделки собственности, на мой взгляд, то есть, и этот вопрос, когда возникает, или, то есть, в государственной политике, на мой взгляд, спокойно посмотрела на то, что там вот произошло отделение профсоюза, и, по-моему, в этот период как раз-таки и дало возможность некоторым профсоюзам, в связи с тем, что государство на это, ну, как-то так, еще не обращало внимания, и она была увлечена переделкой, как говорится, собственности, да, вот, и сам ВЦСПС, кстати, наверное, был этим делом-то и поражен, потому что понятно было, да, что необходимо было решать вопросы свои, внутренние, чтобы не убежали, не растерять тот огромный ресурс. Вот. Они как-то так вот получилось у нас, вернее, нам удалось стать независимыми. Вот. Значит, в начале 90-х, ну, я хотел сказать, как раз в начале 90-х государство было занято перераспределением собственности. Вот. К концу 90-х основное, наверное, перераспределение произошло, вот, и государство, и бизнес, так скажем, начали уже более плотно интересоваться, а чем же и как же у нас занимаются вообще профсоюзы. Ну, тогда произошло что? Стали все профсоюзы независимыми. То есть у нас... наш российский профсоюз докеров независимый, ФНПР тоже по названию независимый, но мы все прекрасно понимаем, что ФНПР это, ну, то есть, ну, на нас, например, на предприятии остался также ФНПРовский профсоюз, профсоюз работников водного транспорта, который по факту своему защищал интересы работников. Значит, ой, работников, работодателей. То есть вот когда у нас возникали какие-то коллективные или какие-то действия по выдвижению требований, по отстаиванию своих интересов, то зачастую поддержку в профсоюзе ФНПРовском, да, мы не находили. Значит, и вот в конце 90-х годов, почему я хотел бы еще остановиться на этом, в конце 90-х годов государство начало уделять внимание, то есть рабочему движению, по причине того, что этого стал требовать, на мой взгляд, и бизнес, потому что тот закон, который регулировал трудовые отношения,
он стал тормозом, или, как они говорят, мешать бизнесу реализовывать свои планы. Но так как произошло уже, так мы говорим, контрреволюция, и у нас победила буржуазия, да, так скажем, и государство у нас уже стало в конце 90-х буржуазным, да, то понятное дело, что ждать от государства и от бизнеса, что останется прогрессивный коллективный договор, то есть ГЗОТ останется, приходить не приходилось. И это уже на практике оно и произошло в конце, наверное, 98-го, наверное, года. В Думу был внесен законопроект государственный проект ГЗОТа. Вот. Это угроза, которую ощутили независимые профсоюзы. Она как бы так это вот явно обострился, то есть вот этот вот, открылись у нас глаза, и то, что если бы мы, как независимые профсоюзы, не приняли активное участие вот в этом законотворчестве, так скажем, да, если бы мы активно не вмешались в этот процесс, то я думаю, что на сегодняшний момент у нас был бы самый реакционный трудовое законодательство, которое, наверное, во всем мире существует. Вот. Благодаря, значит, тому, что неоднократно вносились альтернативные проекты, которые разрабатывались при участии нашего профсоюза, при участии Фонда рабочей академии, Константин Васильевич, Михаил Васильевич активно в этом принимали участие. Благодаря тому, что, ну, вспомним, были в Москве и пикеты вот по этому вопросу, то есть там поддержка и коммунистическая партия активно принимала в этом участие, и независимые профсоюзы. Вот. Я вспоминаю, что я при первом чтении закона в первый раз в жизни попал в Государственную Думу. Вот, меня там командировали для того, чтобы мы хотя бы донесли до депутатов вообще, что можно ожидать с принятием этого закона. То есть произошло то, что был принят, так скажем, компромиссный вариант трудового законодательства, и на сегодня мы имеем, ну, нельзя его назвать самым лучшим, но можно констатировать то, что законодательство о труде сегодня в первую очередь защищает интересы работодателей и отдает, так скажем, работникам, вот, не право, а, как бы сказать, возможность дает работникам самим отстаивать свои интересы в рамках, ну, если вы хотите улучшить свои интересы, вы, пожалуйста, заключите коллективный договор на предприятии. И вот с этого момента главной, на мой взгляд, задачей уже всех независимых профсоюзов это явилось заключение коллективных договоров как основной инструмент или как вот, ну да, основной инструмент по защите и отстаиванию своих интересов, сохранения. Какие у нас у работников интерес? Это сохранить рабочее место и получать на этом рабочем месте достойную заработную плату. Вот. Значит, и вот эта вот задача, которая, вернее, и все развитие, наверное, современного профсоюзного движения независимых как раз и сводится к тому, что независимые профсоюзы начали активную борьбу, это по заключению коллективных договоров. Значит, что еще хочется мне отметить, что в этот период уже, то есть государство начало активно, так скажем, оказывать влияние, и уже возникновение каких-либо независимых профсоюзов, оно уже как-то, то есть скорость, так скажем, прирастание профсоюзного движения новыми профсоюзными организациями, на самом, по факту действительно независимыми, которые по факту, а не на деле отстаивают интересы работников, вот, этот, по-моему, ну, рост уменьшился, вот, то есть скорость, так скажем, спала. К факторам, которые, на мой взгляд, оказывали или оказывают влияние на современное развитие профсоюзного движения, то есть и вообще, ну, это государственная политика, на мой взгляд, которая через свои там законы, через поправки к нему
стремилась и стремится коллективный, то есть существующее трудовое законодательство, так скажем, ну, то есть уменьшить. И на сегодняшний момент, то есть не уменьшить, а, так скажем, секвестировать, то есть, так скажем, чтобы гарантии у работников как было меньше и меньше. Значит, и вот что еще хочется сказать, то, что в руках государства сегодня есть, да, Государственная Дума, которая активно занимается законотворчеством в рамках, ну, то есть в интересах правящего класса. Вот, есть органы судебные тоже в их, так скажем, руках. Вот. И у работников, нас вот еще повторюсь, осталась главная задача, это и возможность, да, хоть как-то закрепить свои, так скажем, права, это заключить коллективные договора. Значит, заключение коллективных договоров, вот я хотел бы остановиться, что какие на сегодняшний момент факторы оказывают влияние на развитие современного движения профсоюзного, ну, профсоюзного движения, я их разделил, вернее, на два фактора, то есть это есть внешний и есть, так скажем, внутренний. Вот к внешнему я отношу это как раз вот государственную политику в рамках трудового законодательства. Вот. Действующий, например, сегодня закон, на мой взгляд, ограничивает вообще, ставит в такое положение работников, что заключить коллективный договор, если в вашем предприятии, например, в членах профсоюза меньше 50%, практически становится нереальным. Значит, остановлюсь поподробнее на этом месте. Так как мы организовались в 92-м году, и наша численность на тот момент составляла более 2000 членов профсоюза, значит, то есть у нас было явное, то есть у нас было более 50% членов профсоюза, и нам удалось заключить на тот момент один из самых прогрессивных коллективных договоров, то вот те организации, которые уже возникали на позжих этапах, да, которые уже возникали в рамках действующего нового законодательства и которые столкнулись с новым законом, они как раз вот столкнулись с той проблемой, что коллективный договор инициатором, то есть кто-то должен будет инициировать переговоры, а для того, чтобы инициировать, должна быть профсоюзная организация или любое другое объединение, которое представляет работников более 50%. Вот. И маленькие организации, которые в численности там небольшие, вот, а мы знаем, что как у нас на предприятиях директора любят, когда вдруг у них возникает что-то непонятное, да, вот, и которое говорит о том, что мы к тебе завтра придем заключать коллективный договор, то это вот стало основной проблемой для небольших профсоюзов. И не только для них, но и вообще для всех работников. Потому что а как вы можете выйти к работодателю с предложениями начать коллективный переговор? Никак. Ну вот нужно, ну не, вот соберите 50%, проведите вы тогда или конференцию работников там, да, или, например, если у вас есть, например, такой альтернативный профсоюз или там, как мы говорим, независимый, я имею в виду ФНПР, да, ну договоритесь с ним или, например, там с другим профсоюзом. А должен заметить, что сейчас такая как бы, ну, прошла волна о том, что работодатель, когда уже сподхватились и когда по стране прошли массовые такие забастовки, да, они сподхватились и начали создавать альтернативу тем профсоюзам, которые действительно защищают интересы, свои, так скажем, желтые независимые, то есть желтые свои такие маленькие профсоюзы, профсоюзики, профсоюзы работодателей. Ну, с ними же ты не пойдешь заключать соглашение какое-то, понятно? Вот, ты
Там к ФНПРовским профсоюзам это единицы, можно сказать, существуют сегодня прогрессивные, так скажем, представители в профсоюзах ФНПР, которые, с которыми можно, так скажем, сотрудничать. Вот. Ну, да, тогда можешь, это мертвое, как бы с мертвой точки можно сдвинуться и приступить к коллективным переговорам, синициировать. Вот. Это прописано в законе, это статья 37, поэтому, на мой взгляд, это такая реакционная, так скажем, статья, вот, которая вот и ограничивает, так скажем, маленькие независимые профсоюзы, которые стремятся вот, заключать прогрессивные коллективные договора. Вот. Второй, например, препятствием является то, что не препятствием даже, а то, что инструментом и фактором, который стоит, это органы власти. Да? То есть мы знаем, что суды, ну и вот здесь была лекция, говорилось, то, что практически на современном этапе, да, развития независимых профсоюзов, те даже профсоюзы, которые смогли пройти все, так скажем, этапы законные, да, для того, чтобы выдвинутые свои требования, то есть приступить, так скажем, к коллективным действиям, я имею в виду забастовку, вот. Если они даже все это проходили, вроде бы все по закону, все, должен сказать, то, что сам этот механизм достаточно очень сложный и достаточно трудоемким там и по времени, и по согласованиям, и по этапам непростой, да, вот. И когда это все проходили, то судебные органы, которые тоже стоят на сегодня на защите интересов работодателей и государства, соответственно, забастовки, которые были объявлены, признавались незаконными. То есть вот эти вот внешние факторы, которые сегодня существуют, вот, они, конечно, оказывают огромное влияние на профсоюзное движение. Но должен заметить еще тот факт, то, что сегодня вообще законодательство забастовочное или так там, да, оно далеко от европейских норм, и мы сегодня знаем то, что попытки, так скажем, и нашего профсоюза, и других, так скажем, независимых профсоюзов, это выдвинуть на обсуждение или внести в Госдуму законопроект, который бы, так скажем, поддержал нормы МОТовские, то есть были внесены в трудовое законодательство МОТовские нормы, которые бы, так скажем, то есть давали больше возможности работникам в отстаивании своих интересов, чтобы они их не были связаны. То есть у работников имелось бы возможность объявлять из-за забастовки, так скажем, солидарности. Ну, в общем, были больше возможности в отстаивании своих интересов. К сожалению, до сих пор это не принято и обсуждается. И, ну, я думаю, что убежден, если нам удалось в свое время, так скажем, принять активное участие, скажем, в законотворчестве, и был принят, ну, не самый худший закон, да, то, ну, я думаю, что в этом нам тоже в ближайшее время, там, да, в ближайшей перспективе, наверное, тоже удастся как-то это дело сподвигнуть. Вот. Ну, это вот я здесь остановился на вот внешних факторах, но внешние факторы, они, к сожалению, они... То есть неотрывные от, я бы так сказал, внутренних факторов, вот, которые непосредственно связаны уже внутри, ну, то есть события, которые происходят или происходили внутри профсоюзных движений. Значит, я уже говорил, что внутренние факторы, я их поделил тоже на два, это организационные и управленческие. Значит, вот в истории нашего профсоюза мы пришли, то есть, к выводу, когда, ну, то есть, мы же как пытались анализировать исторически, так скажем, свой путь, вот, и пришли к выводу, что
просто сказать о том, что мы отстаиваем там интересы работников, их улучш... то есть и коллективные договора и так далее, то это не совсем как бы несет положительное. Что я хотел сказать, то что главное, на мой взгляд, профсоюзы должны формулировать и ставить правильные задачи. Потому что без постановки вообще задач, на мой взгляд, невозможно движение какое-либо вперед. Вот. Но без постановки вот, правильных задач, да, то есть получается топтание на месте. Вот я тоже хотел бы остановиться на примере нашего профсоюза. Значит, если в 92-м году, да, мы объединились, создали свою профсоюзную организацию, да, и нам удалось заключить коллективный договор, то дальнейший ход там истории показывал, да, то есть мы сталкивались с проблемами, значит, когда нам необходимо было улучшить положение работников, то есть повысить им заработную плату. Вот. Потому что, ну, если познакомитесь даже с действующим нашим коллективным договором, то там социальные составляющие достаточно большие, которые защищают работников. И вот перед работниками это вставал вопрос вот именно по вопросам зарплаты. Когда, если вспомним там период 92-го года, там по, наверное, значит, 98-й год, это, значит, был период, когда еще, значит, у руля нашего там предприятия, морского порта, были еще те старые кадры, которые воспитывались там на, как правильно выразиться, имели тот багаж на классической основе, которые были настоящими производственниками, они, так скажем, которые знали производство. То есть и в те периоды нам удавалось достаточно легко с ними договориться. Но почему достаточно легко, должен сказать, потому что все наши достижения, которые мы завоевали, то есть и все то повышение заработной платы, которое у нас происходило, оно происходило всегда под давлением. Без давления никакие требования мы, то есть, не могли реализовывать. Значит, я вспоминаю, это 93-й год, когда мы впервые приостановили работу на полчаса в связи с тем, что нам задержали заработную плату. Я помню те времена, когда это тоже были сложные времена, и, значит, на следующий же день приехали, значит, машины. Я помню тот момент, когда я получал зарплату, значит, вот два мешка мне, значит, этих мешков там отсыпали, я, значит, их нес домой. Вот. Потом и вот этот период, то есть, показал, да, то есть, вот, то, что не надо. Так скажем, работодатель тоже научил, вот, и он старался всегда тоже это дело сглаживать. Значит, потом у нас в 98-м году произошли следующие события, что производственников, так скажем, сдвинули, убрали, и у нас произошло, началось деление порта на мелкие стеридорные компании. То есть, ну, там, пришли в порт у нас, так скажем, другая категория. Мы называем это бандиты, которым необходимо это дело поделить, но тех уже производственные вопросы, так скажем, мало интересовали и больше интересовали сторона финансовая. Но должен сказать, что и даже в тех условиях, да, значит, нам тоже после того, как были выдвигались требования там, или еще что-то, то есть нам всегда удавалось отстаивать свои интересы. И вот зачастую, то есть, происходило то, что да, мы, повышение заработной платы у нас происходило, а вот сам коллективный договор, он как бы и оставался без изменений. То есть особых как бы таких преобразований он там и не, там и не происходил. И вот в 98-м году впервые вот, перед нами была угроза, то есть перед нами возникла угроза, перед нашим профсоюзом, как раз нас, когда начали делить. То есть, что хотел работодатель? Он хотел, значит, поделить нас на кусочки. Соответственно, образовывались новые предприятия, и, соответственно, там нужно новые, вроде, коллективные договоры. Значит,
Мы явно ощутили, что это угроза коллективным договорам, и у нас, значит, впервые благодаря тоже нашим коллективным действиям, то есть все работники, была проделана колоссальная работа по информации, то есть информированию самих работников. Ни один работник, ну были, конечно, по неосведомленности работники, которые написали заявление, но в большей своей массе ни один работник не написал заявление о переводе в любую какую-то другую компанию. И, значит, работодатель встал просто перед такой вот дилеммой, что же делать дальше. То есть, если... И мы тогда, я помню, вспомнил тот важный момент, то, что мы тогда как раз и объявили, выдвинули требования, и у нас началась, там, скажем, был подписан протокол разногласий, и работодатель встал как раз перед дилеммой, потому что если на предприятии есть там коллективный трудовой спор, он не мог производить никакую реорганизацию, вот, и работодатель вышел на переговоры. И вот что произошло. Произошло следующее, что это были такие жесткие переговоры. Главная задача, которую на тот момент поставил профсоюз, это сохранить рабочие места. Произошло следующее, то, что с работодателем был найден компромисс, и были некоторые положения из коллективного договора в качестве компромисса убраны. Значит, там были у нас дополнительные дни за отпуск, которые нам предлагалось. Нам там были еще доплаты за... там, скажем, вред, особые условия труда, и, значит, мы тогда, вернее, лидеры нашей профсоюза, ну и это решалось, конечно, на конференции, мы посчитали, что это, конечно, можно пойти на компромисс, потому что сохранение рабочих мест, то есть вот эти вот все пункты коллективного договора, они пустой звук, если у тебя завтра не будет рабочего места. И мы на этот компромисс пошли. И вот, на протяжении последующих, так скажем, историю развития нашего профсоюза, когда вот только мы сталкивались с какой-нибудь проблемой, когда мы выдвигали какие-то требования, вот, то получалось так, что мы сталкивались с проблемой на переговорах поиска компромисса. И вот зачастую получилось то, что 2008 году наш коллективный договор существенно, на мой взгляд, отличается от коллективного договора первоначального. И вот тогда мы впервые задумались о том, что здесь, помимо там, да, постановки задачи, ну, так скажем, не ухудшать там коллективный договор, да, то есть вот возникли, а какие же все-таки правильные выдвигать и ставить задачи. То есть сохранить один коллективный договор мало. Вот, то есть по факту, ну и так вот пришли, значит, тому, что вот на переговорах, когда мы выдвигаем вопрос о заработной плате, значит, нас непременно просят обоснований, нас непременно просят каких-то там документов. И мы, то есть вот светлые умы, которые есть в нашем профсоюзе, вот, предложили, что, наверное, сегодня необходимо внести в коллективный договор такой механизм, да, который бы позволял бы, ну, не только индексировать, но и повышать заработную плату, то есть как бы автоматически. Ну, потому что, ну, не прибегать же каждый год, там, например, к забастовкам, к движению требованиям, да, вот чтобы такой механизм создать. И у нас тогда впервые мы задумались об этом, и был разработан механизм повышения реального содержания заработной платы, который на сегодняшний момент действует, к сожалению, только лишь в одной организации нашей профсоюзов докеров, это на ПКТ. То есть там этот коллективный договор был принят. Значит, дальше какие этапы, то есть если рассматривать событийные, то есть значит, нас уже там поделили, то есть там как бы такая волна спала, мы сосредоточились, были сосредоточены все усилия нашего профсоюза, это на решение там внутренних задач, вот, и там на поддержание заработной платы. То есть, когда мы выдвигали какие-то требования по заработной плате, у нас всегда получалось то, что мы выдвигаем требования, вот инфляция, вы нам там компенсируете. Ну, а в процессах переговоров получалось всегда меньше. Вот. И по факту уровень заработной платы, если сравнивать, все уменьшался и ухудшался. Вот. И мы надеялись, что с принятием такого механизма и этот вопрос будет решен. Значит,
19. Потом в 2004 году. Отстают. В 2004 году, когда у нас, значит, произошло очередное началось, вернее, на мой взгляд, перераспределение собственности господину Лисину, который стал впоследствии владельцем акций, значит, Большого морского порта. Вот, было дано, наверное, директивное указание купить акции нашего порта и заняться, так скажем, ну, обеспечением жизнедеятельности порта по-новому, поставить, реорганизовать и так далее, и так далее. И вот мы тогда действительно в первый раз, ну не в первый раз, это был как раз это был период, когда мы да, как бы пришли, было окончание коллективного договора, вот, пришел новый собственник, и вот мы в рамках нового собственника, в рамках, вернее, нового предприятия, вот, не новое, вернее, предприятие, я как бы говорился, предприятия все у нас оставались новые, а в рамках нового собственника, у нас новый собственник поменялся, у нас начались сложные вот, переговоры. Переговоры. Вот, вспомните, если этот период, то мы, это было огромное напряжение сил и усилий. У нас впервые были проведены, такая, скажем, коллективные действия в рамках, то есть у нас были какие коллективные действия, то есть были приостановки работ на час, где-то там на два, то есть достаточно длительное время, напряжение сил. И вот после всех этих событий очередной раз наш профсоюз, вот, на переговорах с работодателем пошел на компромисс. Если ввести в историю, чем отличается, почему мы считаем, что у нас коллективный договор самый прогрессивный, вот, о том, что одно из положений, которое есть там, это что все нормативные акты, которые издаются на предприятии, согласовываются с профсоюзной организацией. Значит, что такое согласование? То есть это тот инструмент, который позволяет работникам или, вернее, представителям работников профсоюзом, как бы, вот, и участвовать, на мой взгляд, в управлении предприятием, потому что если не будет стоять подписи или согласования под этим нормативным актом, то он будет незаконен. Вот. И вот работодатель вцепился мертвой хваткой как раз вот в эти пункты коллективного договора. И вот, значит, нам удалось, применив, значит, там маневры своеобразные, то есть введя дополнительное новое положение как раз по согласованию этих документов, где там было все это дело закамуфлировано, по сути осталось согласование, ну, там, в такой форме, как работодатель посчитал, что это вроде как и учет мнений. Ну, в общем, нам и сумели отстоять, но опять был компромисс, и опять, значит, работники потеряли возможность, ну, они не потеряли возможность, но эта возможность их ограничилась. Значит, у нас в коллективном договоре была прописана норма о том, что работодатель отчислял профсоюз 1%, этот процент шел на организацию культурно-массовой работы. Вот. И профсоюз организовывал работу эту достаточно активно. Наши члены профсоюза ездили экскурсии не только по стране, но и за рубеж. То есть достаточно активно эти ресурсы мы использовали. Вот. Ну и работодатель вот решил ограничить. И мы тоже пошли на компромисс на это дело, сказали, ладно, хорошо, пусть это будет рассматриваться, то есть перечисляться там, оставаться у работодателя, но решаться там в рамках, это как распределение этих денег, в рамках там своей комиссии. То есть компромисс очередной раз был тоже, так скажем, найден с ухудшением положения работников. Опять из коллективного договора произошло изъятие некоторых положений. Вот. Значит, и перед нашим профсоюзом как раз и встал вопрос, ну хорошо, и я хотел бы еще остановиться, когда на переговорах по повышению заработной платы, а мы неоднократно уже с работодателем вели эти переговоры,
Работодатель с нас, как бы со стороны, которая требует, просил дать обоснование. Обоснование своим требованиям. И вот тогда мы, помню, очень таки долго ломали, ну как мы говорили на переговорах, инфляция. Он говорит, ну вы знаете, инфляция, у меня инфляция. Вот, ну мы говорили, ну у вас же там прибыль растет, да какая прибыль, посмотрите мои документы, у меня никакой там прибыли не остается. Ну и вот этот вот такой вот беспредметный разговор, потому что, ну, видать, этот разговор привел к тому, что часть профсоюза, часть, значит, представителей профсоюза поняли, что вот вести переговоры, ну или вернее вести переговоры, когда вы просто выдвигаете требования, там, повысить 15%, там, и потом еще это дело обосновать, ну, это был всегда длительный процесс. Всегда эти переговоры затягивались там не на месяц, там, а там и больше. Вот. И так достаточно несли такой, скажем, беспредметный характер. И мы тогда впервые задумались, ну а что же вот в этой ситуации делать и как же быть. И вот выходом на сегодняшний момент мы считаем то, что не только мы, а уже и передовые, так скажем, представители профсоюзных организаций приняли это на вооружение. Тот момент, то, что к этому вопросу нужно было подойти, так скажем, с научной точки зрения. То есть, и тогда впервые помощью, так скажем, науки мы взяли закон стоимости и решили, что если работодатель оценивает нас как товар, а все нас оценивают как работники, как товар, который покупается на рынке, вот, мы, значит, сказали, ну хорошо, давайте-ка мы тоже посчитаем, а какова же стоимость нашей рабочей силы. И вот впервые был рассчитан в 2007, по-моему, году, впервые был произведен расчет стоимости рабочей силы. И вот, на мой взгляд, с этого момента, конечно, кардинально изменилась вообще подход. Задача, которая сегодня поставил наш профсоюз, задача, которую поставил сегодня, ну, многие уже, ну, не многие, по крайней мере, я знаю, там, Федерация независимых профсоюзов поставила эту задачу, это приближение заработной платы работника к стоимости. Вот. Это та база, которая сегодня вот позволяет на переговорах работникам вести на равных диалог. Здесь, ну, я, наверное, не буду подробно останавливаться, какой колоссальный труд в этом деле, в направлении проделан, то, что сегодня и уже и работодатель имеет экспертное мнение по этому вопросу, уже, значит, и у нас оно, конечно же, есть, и все как бы приходят к выводу, что вопрос заработной платы нужно решать в этом направлении, и у нас сегодня в задаче профсоюзов и как раз и стоит этот вопрос о том, что необходимо повышать заработную плату. Каким образом? Путем поэтапного повышения, вот, и приближения ее к стоимости рабочей силы. Вот. Это что касается такого вопроса именно заработной платы. Вот. А вот вопрос главный, на мой взгляд, сегодня и насущный, это этот вопрос сохранения рабочих мест. Потому что я уже повторился, то, что повышение заработной платы для работника становится неактуальным, когда у него не будет рабочего места. И вот в 98-м году, я повторяюсь уже, мы впервые это ощутили. Вот, и уже после этого периода, значит, мы начали разработку, и был разработан тогда у нас проект соглашения с работодателем о сохранении социальных льгот и гарантий работникам при реорганизации. Но законодательство, которое сегодня существует, несет в себе скрытые угрозы для работника в каком аспекте? То есть там есть такой пункт, который позволяет работодателю, проведя реорганизацию на предприятии, спокойно уволить, спокойно, так скажем, решить вопросы с работниками.
То есть при реорганизации происходит, то есть действие коллективного договора продолжает действовать, так скажем, в старом предприятии 3 месяца, а потом все. И это угроза коллективному договору, и это, значит, переведут вас туда или не переведут вас туда. То есть ставится перед работниками огромный блок вопросов, которые не решаем. Не решаем для работников. То есть ему нужно в рамках нового предприятия, если там объединиться или еще что-то. Ну, то есть это уже... Японии пожизненно. Да, у нас, к сожалению, нет. Ну вот, и мы как бы столкнулись с этим, то есть проблемой. Нужно этот вопрос решать. И мы был разработан этот соглашение. Ну вот, как мы только выйдем с этим предложением к работодателю, так он нам говорил, разные приводил аргументы и доводы, и до сих пор нам, к сожалению, не удалось заключить такого соглашения с работодателем. Значит, потом возникло по этапу... Да, я могу, это только лишь первый. То есть основной вопрос, это вот я хотел, то есть пошел на снижение, все, ладно, понял. То есть этот блок вопросов, это я коснулся организационных, да, то есть я не буду говорить про аутсортинг, который существует, что вы знаете, или если знаете, это заемный труд. То есть сегодня существует много компаний, кадровых агентств, которые представляют, вернее, работодателю теперь не нужно заключать непосредственно с вами договора трудовые, вступать в трудовые отношения. Он позвонил в кадровое агентство, заключил с ним соглашение, и этот работник идет к нему работать. Без коллективного договора, без всяких гарантий. Вот пришел, работа это сделает. Это, конечно, мы ощутили на своих, так скажем, шее, это когда проводили забастовки, и вот тогда... Работодатель привлекал этот аутсортинг, да, активно. Вот. И у нас, я должен сказать, что в компании существует даже специальная компания. Вот. И у нас даже получается так зачастую, что вместе работают кадровые работники, еще и сторонние работники. Это тоже огромная проблема, которую сегодня, на мой взгляд, можно решить достаточно просто. У нас в профсоюзе там обсуждают очень-очень много и бурно. Но если вы включите в коллективный договор пункт о том, что на всех работников, в том числе и приглашенных, и привлеченных, будут распространяться все нормы коллективного договора, заработная плата и все остальные, то работодателю уже теряется смысл привлекать этих работников, а он, привлекая их, соответственно, что, экономит? Ради чего он это делает? Ну вот. То есть вот эти вот два глобальных, то есть вот эти два внутренних организационных момента, то есть необходимость постановки и решения вот правильно задач. Вот. Ну и вот вкратце я хотел бы сказать, тогда уж хотя мог бы и по этому поводу отнять очень много времени, это управленческий фактор. Значит, должен вам сказать и с прискорбием сообщить то, что я думаю, что с этим сталкиваются все независимые профсоюзы, с проблемой в управлении. То есть, значит, что это за проблема? Вкратце, то, что тех представителей, которые выбирают профсоюз или которые выдвигаются на руководящие должности, через достаточно небольшое количество времени перестраивать свои интересы в направлении своих личных. То есть баланс интересов общественных и личных у них переходит в сторону личных. Значит, сразу хочу сказать, когда принимаются решения о том, чтобы, например, освобожденному работнику платили больше, чем средняя заработная плата работников по компании, то это их сразу развращает, быстро достаточно развращает, и приводит к тому, что... То есть, приводит к предательству. Ну, то есть, я так вкратце. Перевыборы, на самом деле, организационные схемы, которые существуют, неэффективны. Ну, как неэффективны? Это нужно приложить огромные усилия для того, чтобы это сделать. Поясню, почему. Потому что, на самом деле, почему у нас зачастую вот эта вот вся неактивность, на мой взгляд, работников, да? Ну, работник что? Работник, он отработал, да? Ну, и что ему еще, так скажем, свободное от работы время, которое он там семье, там детям или еще там должен посвятить, а у него и так его немного, а тут еще должен, тут его призывают там на борьбу, на еще что-то, да, поучаствовать в профсоюзной жизни, в общественной жизни. На самом деле в этом есть проблема. Проблема во времени, то есть и это первое, да, для работника, а второе и финансы, то есть мы общественная организация, и все, так скажем,
То, что работники у нас там, профактивисты, которые остаются, да, там и выполняют свою работу, они зачастую выполняют эту работу на добровольной основе, свободное от работы время и не, так скажем, ну их, конечно, поощряют материально, должен признаться, но это материальное поощрение несопоставимо, наверное, на мой взгляд, с тем, как бы затратами. Вот. Поэтому это большая проблема. А конференцию организовать, ну вы сами можете представить, то, что простой работник никогда не лезет, ну, то есть вот там управление, да. Ну, вот. И у нас происходят такие метаморфозы, то, что люди, которые уже там по несколько лет находятся в профсоюзном движении, да, они заняты вопросами подготовок, конференции отчетно-перевыборных, да, когда они приходят там и предлагают, ну, то есть они активно занимаются подготовками там перевыборных конференций. И на этих конференциях выбираются делегаты, которые, к сожалению, голосуют за из года в год за тех же руководителей. Хотя и их там и критикуют, им и говорят, что там, ну, альтернативы ему нет. И вот мы сталкиваемся с такой проблемой, что гнием. Ну, все равно, конечно, это до бесконечности не продолжается. Например, у нас произошло событие достаточно такое эпохальное. У нас было принято на конференции на недавней о том, чтобы председателя освободить от занимаемой должности. Он у нас, ее тут, Моисеенко, да. Вот. Это говорит о том, что, в принципе, внутренние возможности у профсоюзов есть очищаться. То есть, первое, я считаю, что это первое, это то, что если есть освобожденный работник, он не должен повышать, то есть заработная плата его как освобожденного не должна превышать, чтобы не давать ему возможности там личный интерес, так скажем, разлагаться. И второе, то, что когда, например, становится человек, выбирается, да, когда у него там возникают свои личные интересы, то получается такое противоречие, что он не заинтересован в подготовке кадров. Ну, то есть людей, которые бы его, так скажем, могли в любой момент так раз и сковырнуть. То, что в свое время, когда этот вопрос, ну, мы видели, у нас были большие проблемы в первой стивидорной кампании, и мы предлагали, что сделать? Я, как председатель цехкома, предлагал сделать у председателя, ну, ты один председатель, да, понятно, ты не справляешься с работой, чтобы у тебя был такой, как бы, институт сопредседателей. То есть это ребята, которые бы непосредственно, ну, с предприятия, то есть вот с рабочего места вышли и выполняли, готовились, учились и могли выполнять свои функции. Поэтому я думаю, что если, то есть вот, профсоюзное движение может, как скажем, с этими проблемами, с этими факторами разобраться, я думаю, что и впереди нас ждут достаточно большие победы. Ну а еще хотел бы сказать то, что эти победы невозможны, если они не опираются на науку. И не опираются на знания. В общем, вот надо учиться. И профсоюзникам учиться, и, ну, зачастую. Перспективы иметь надо. Да, и, ну и осознавать то, что впереди нас ждет у всех, что коммунизм. Спасибо. Спасибо, Михаил Юрьевич. Вопросы, пожалуйста. Пожалуйста. Тут только, конечно, хотелось бы много. Итак, я, если правильно понял, что вот задача сохранения рабочих мест... Ну, не сказал бы так, потому что, например, в коллективном договоре ПКТ есть положения, которые, значит, обязывают работодателя в случае, если он привлекает дополнительно работников, да, например, у нас это кадровое агентство, то их через какое-то время вводят в штат. То есть они становятся штатными, и на них распространяются нормы коллективного договора. Это и вот у нас есть такая норма коллективного договора на ПКТ. Нам такую норму не удается включить. По причине, значит, как это правильно выразиться? Ну, нежелание работодателя это делать, и нежелание, скорее всего, побороться за это дело. Профсоюзной организации. Нежелание побороться, да? Значит, да. Здесь уже пошла, да, проблема. Работников. Активность членов профсоюза. Ну вот я не знаю, как, что такое активность, неактивность членов профсоюза. Я могу сказать следующее, да, то, что, например,
неправильно выставленные требования, что я хочу сказать, то есть, например, да, там 15% повысить заработную плату. И если вы подвигнете хоть раз своих работников на коллективные действия для достижения этой цели, в итоге, да, проведя коллективные действия, забастовки, да, работники потеряют свои зарплаты, то есть понесут какие-то там материальные ограничения, да, и вы добьетесь не 15, я уверяю вас, процентов повышения, а меньшего, да, то есть вот это вот приводит к тому, что у работников складывается такое негативное отношение вообще к коллективным действиям. И у нас, к сожалению, опыт показал, что неудачно проведенные коллективные действия откладывают вот в работниках вот нежелание вообще что-то делать. Но для того, чтобы подойти к коллективным действиям, нужна колоссальная мобилизация всех ресурсов и, то есть, и, как это говорится, и ты должен посвятить этому огромную массу времени, приложить максимум сил, и вполне работники, они везде работники. Если до них доходчиво объяснить, если до них, то есть это и провести коллективные действия можно в любой форме. В вашей компании пока этого скала и настроения не достигнуто, да, на самом деле не достигнуто. Но это, знаете, вот, вот сегодня мне кажется, что не достигли. Я могу вам пример привести на ПКТ, когда, например, да, вот мы никогда не думали на том, что работники заработной платы, которая там, ну, превышала нашу там, процентов на 20, там, составляет сегодня, ну, не знаю, там 60, может, даже, а может и больше тысяч, там 70, да. С таким уровнем заработной платы стану проводить коллективные действия. Никогда мы об этом не думали. Они провели коллективные действия, да, вот при таком уровне заработной платы. Это что говорит? То, что в принципе это вот тут все нужно индивидуально. Да, ну, соответственно, вот с выстроенной вот там на ПКТ задачи ставились правильно, и там вот этих неудач. Нет, не реализовали, да. А вот были какие-то ошибки? Были ошибки, я могу сразу сказать, то, что, например, у нас забастовка последняя была признана незаконной. Вот, по причине того, что председатель, у нас есть такой заместитель председателя профсоюза Черновский. Вот, он же был потом выбран председателем забаскома. И мы получилось так, что не выполняли перечень по минимуму работ. И вот по этому основанию признали нашу забастовку незаконной. Хотя вот это я считаю, что, конечно, ну, человек, который проработал, не знает. Ну, там свои как бы вот были внутренние проблемы. И вот к чему привело? Привело к тому, что забастовку признали незаконной. Привело к тому, что работники очередной раз потеряли, так скажем, уверенность в том, чтобы вот коллективные действия способны привести вот к достижению каких-то результатов. Вот. Значит, ну если можно еще. Можно, можно, пожалуйста. Значит, мы на других, если сейчас, кто не предпринимал никаких коллективов, поэтому не имеет опыта. Это, пожалуй, большинство, я типа такая, сплюнуть на эту проблему. Может быть, вспоминая ваш опыт первый, дайте, какой толчок для того, чтобы эта борьба пошла? Ну, это, знаете, какой толчок. Если общий. То это комплекс, то есть там, если у вас возник лидер. Если этот лидер смог объединить вокруг себя там работников, ну, то есть работников, ну, как работников, тоже заинтересованных работников, достаточно активных работников. Если они сформулировали и поставили главную, ну, то есть правильную там задачу перед собой, да. Если они изыскали и нашли резерв, то, что донести свои, так скажем, мысли, дом, то есть эти, как правильно, там, убеждения там, для всех остальных работников, да, я имею в виду то, что там, да, нашли возможность там, распространения листовок необходимых там, и так далее, то через какой-то промежуток времени и окажется то, что работники готовы провести какие-то действия. Но я хотел бы тут сразу предостережечь в плане того, что вот мы сегодня, я как рассматривал бы, да, то, что коллективные действия, к этим нужно очень осторожно подходить. И вот мы после того, как забастовку нашу признали незаконным, пришли к выводу, то есть, ну, там, к убеждению необходимости разрабатывать именно коллективные действия альтернативные, на примерах, там, да, как вот были в свое время у авиадиспетчеров, но прилагаем уже непосредственно к каждому конкретному ситуации. Да. То есть на каждом предприятии возможно найти комплекс мер, вот, которые бы позволили бы, да, при сохранении заработной платы привести, так скажем, своего рода, ну не пролечу, но остановки предприятия. Можно таких, это, ну, нужно подходить к этому творчески.
Но опять-таки должен сказать то, что нужно ставить правильные задачи. Если вы поставите 15%, повысить заработную плату, повысите в итоге там на 5%, а то и меньше, приведете к уменьшению заработной платы, да, и этим еще будет поддержано это коллективными действиями, то это будет большой негатив. Понятно, условия. Вот еще такой вопрос. Скажем так, если рассматривать при общих там равных и отдельного работы, скорее быстрее привлекается к работе, появляется в профсоюз. Значит, примерно получается. Значит, это не зависит. Или это наоборот. Знаете, я тоже, мне трудно дать это вот, как бы ответить на ваш вопрос. Объясню почему. Потому что, ну, нет у меня ответа. Скажу так прямо, объясню. То есть, вот ситуация, которая у нас в профсоюзе произошла. Значит, если в 92-м году было 1200 членов профсоюза, то на сегодняшний момент у нас докеров сейчас объединяет где-то 450, ну где-то так вот. Вот. Почему произошло это падение? Значит, по объективным причинам, да, у нас многие ушли на профзаболевания, но есть такой фактор, да, что в процессе неудачно проведенных коллективных действий, в процессе той политики, которую ввели лидеры, некоторые работники, разуверившиеся, просто вышли из профсоюза. И это, я должен вам сказать, достаточно грамотные, образованные, которые смотрят и прессу читают, и с ними вот вести как бы вот диалог и говорить, что ты делаешь, и это делаешь, ну, как бы вот тяжело. Я могу еще тоже сказать этот аспект, то, что вот сегодня наш, конечно, труд отличается от того, что было в 92-м году. И если в 92-м году, да, мужики, которые там вылезли из трюма и знали, что там дальше трюма его там не пошлют, так скажем, да, то сегодня вот сейчас есть такие нюансы, что вот его там окей, ну, то есть свои какие-то внутренние есть нюансы, не знаю. У нас даже вот такой, даже прискорбный момент, то, что люди, если у нас в профсоюзе отчисляют работники по 2%, да, от своей заработной платы, то находятся люди, которые вот, ну, это, наверное, так это говорится, у многих есть такие захребетники, которые сядут, посчитают, прикинут, что да, эти добьются своего, а я там. И такие есть, тоже выходят, вышли. То есть вот на протяжении, так скажем, происходила чистка, может быть, рядов, остались такие вот. Может быть, крепкий. Я не могу дать объяснение, лучше это или хуже, если работник... Я считаю, что, конечно, лучше. Образованный работник, он всегда как бы должен, ну, разбирается. Ну вот, что там? Это, конечно, хорошо, когда цель-то и задача, если, извините, будет все осознавать и понимать, что его сегодня просто грабят, вот, то завтра, я думаю, что если все это осознают, мы достигнем... Хорошо, спасибо. Так, скажи, значит, если тенденция идет на понижение, то, во-первых, и других причин, управленческих, там, где, значит, ну, появляется предательство, так, поражение, неверно поставленные задачи, да, или каких-то других причин, второе в этой связи, не появляется ли вот именно веса хотя бы к информации о рабочем движении по России, каковы? Ну, я могу тоже ответить по этому поводу. Значит, до определенного момента в нашей как бы компании, да и во всем как бы на большом порту активно распространялось, и наш профсоюз активно принимал до определенного момента в издании выпуска докеров в рамках газеты «За рабочее дело». Мы активно считали, я убежден, то, что это необходимо и продолжать, и делать. Но по факту происходило следующее. То, что из всего того количества газет, которое было выпускалось, и мы распространяли, ну, там читалось, может быть, 10-15%. То есть, вот вас попал ответ. Поэтому, ну, что там. Всех так сразу не получается. А вот 10%, если есть, почитали, это уже замечательно. На мой взгляд, поэтому сразу же, ну, не знаю. А есть изменения в настроениях вообще теперь? 5 лет назад и сегодня? 5 лет назад, конечно же, есть, потому что ситуация, которая была тогда и сегодня. Вот вас интересуют какие? Настроение на подъем, на борьбу или наоборот? Да нет, скорее всего, вот пока что идет, на мой взгляд, вот ровно. Нет, пока я считаю, что вот ровно. Потому что сегодня у нас вот идет в борьбе внутренней, то есть вот в профсоюзе тоже идут вот внутренние, вот я говорил о тех проблемах, которые есть, да, управленческого, да, характера. У нас произошли изменения вот в структуре, то есть мы были централизованы и поняли, что если сверху там вот гниет, то это вот быстро все это разгнивает. Вот на сегодняшний момент у нас произошло структурное изменение.
То есть вместо, так скажем, вертикали у нас получилось, ну, в связи с тем, что мы уже достаточно долгое время, да, как независимый профсоюз работаем, и первая стивидорная компания, и вторая стивидорная компания имеет достаточно большой опыт, да. То есть у нас сегодня мы, так скажем, разошлись как в рамках же одной организации, но как самостоятельные. Вот. Хорошо или нехорошо, покажет время. Я считаю, что хорошо, потому что это уже дало подвижки, что сегодня, я вам сказал, что председатель, который возглавлял это дело, сегодня не оказывает влияния, да. То, что сегодня, например, да, благодаря, может быть, этому поставлены задачи перед профсоюзом правильные. Вот. Ну, а дальше будет показано время, как это делать. То есть, может быть, понимаете, это же вот нужно прилагать вот к данной ситуации. Вот мы сегодня посмотрели и решили, что вот если исправить ситуацию, можно так. Завтра, если мы покажет время, то, что нам нужно изменяться, мы сделаем то, что это же нужно прилагать непосредственно к ситуации. Вот это все. То есть. Ну, пожелаем вам успехов. Да, всем. Какая доля зарплаты докеров? Вы знаете, я не обладаю, то есть информацией, могу следующее сказать, что вся экономическая информация, которую мы можем черпануть, мы можем, извините, черпануть ее, выйдя на официальные источники, официальными источниками являются, там, например, сайт АО «Морпорт СПБ». В рамках этого, ну это как бы верхняя структура над нами. То есть там рассмотреть этот вопрос нам не удается. Это раз. Во-вторых, но есть такие вот моменты, когда, например, в период кризиса, когда нас работодатель нам тогда в свое время предложил подписать соглашение о том, чтобы мы там согласились с уменьшением рабочего времени. Ну, в общем, короче, помогли ему всесторонне и всячески. Вот. На этом сайте можно было найти следующие моменты. То, что наша же компания, внутри компании давала друг другу, перекидывались деньги, и деньги эти были миллионными. Ну, то есть, вот кредитные. То есть, там идет механизм. То есть, поймите правильно, то есть, мое убеждение такое. Я как бы, ну, то есть, нельзя отследить этого дела. То есть, это вот, когда вы будете вникать в вопрос о том, что какая же доля в доходах, это, ну, не знаю, это все можно... Я хочу уточнить, эти данные недоступны или просто вы сами ими не занимались? У нас несколько неоднократно обращались с этими делами, с этим вопросом показать. Они говорили, что это коммерческая тайна. Значит, вот, я вот могу немножечко дополнить. Для Чистровицкого хлебозавода я проводил эту работу, и мы находили на сайте для Чистровицкого завода вот эти цифры, о которых вы говорите. Председатель правкома французов Николай Павлович использовал эти цифры в своей работе. В следующий год они не были вывышены в отчете деятельности ООО «Чистровицкий хлебозавод» за год. Так что... Это очень разные отрасли построения. Да, вы понимаете. Так, следующий вопрос у меня. Оплата у докеров сдельная или повременная? У нас одна из самых таких гибких систем, на мой взгляд, у нас... Повременно премиально сдельное. С учетом это с элементами сдельщины, скажем так. Есть и такое. У нас, я скажу сразу, есть тариф, значит, и есть доплаты за перевыполнение нормированного задания. То, что это есть, ну, как если вы понимаете, да, то есть мы получаем за работу, да. Тариф, что перевыполнили, то там идет за это доплата. Плюс еще есть премия. Положение премирования, к сожалению, у нас премии платятся нерегулярно. Вот, в связи с тем, что опять-таки доступность к... А у нас привязка идет тоже к экономическим, так скажем, показателям, да? Она не всегда, так скажем, дает объективную картину. Нам говорят, что мы не выполнили план в каких-то там условных тонах. Ну, в общем, такой вот аспект. Уточню, вот эта доплата, про которую вы упомянули, она больше там... Да не, меньше, конечно. Меньше. Да, конечно, меньше. Ну, я как бригадир могу вам сказать то, что приработок составляет, ну, процентов, может быть, как сработаешь, вот тоже могу сказать, бывает и 50% от заработка. Что тут сейчас и да, бывает. Ну, на среднее это 30%, так скажем, если вот мы хорошо работаем. Но это, знаете, к чему приводит, я могу сразу вам сказать, то, что у нас непосредственно мы сталкиваемся, когда работодатель к нам выходит, пересмотреть нормы.
То есть работодатель постоянно это дело мониторит, работники стремятся перевыполнять, чтобы заработать лишнюю денежку, да, вот. Это, как говорится, приводит к тому, что работодатель выходит вам с предложениями повышения доход. Я тогда еще несколько вопросов. Там есть еще время? Ну, как на нас вопросы, а не допросы. Да, но вопросы, да. Времени нет. Значит, вопрос такой. Вот сейчас хотя бы оценочно прикинусь. Когда докеры перевыполняют норму на сок... Я могу вам сразу сказать, бывает и на 200%. Даже бывает и больше. Даже бывает иногда, но там по неопытности бригадиров, которые это дело вырисовывают, вот, то там бывает и по 400%. В нормальное рабочее время? Бывает, да, в нормальное рабочее время, да. Но это бывает, ну это, скажем так, это вы чтобы понимали, как да, я есть работа. Есть работа, так скажем, непосредственно трудового коллектива, есть еще работа бригадира. Да? Вот я как бригадир. Могу, имею, если я имею достаточный опыт, нарисовать так, сделать, чтобы это было выглядело как 400%. Понимаете, она по факту там может быть что? Недовыполнение у вас бывает? Бывают, конечно. Бывает. Ну, практически, тоже, знаете, тоже судить по поводу недовыполнения, факторов, связанных с недовыполнением множества, по нашей причине, по нашим, так скажем, докерским, да, такого никогда не бывает. Могу сразу заявить. Хорошо. Так, следующий вопрос. Докеры в целом и члены вашего профсоюза сейчас? Вы знаете, то есть оно не несет такого, потому что докеры, так скажем, не обладают такими большими техническими, так скажем, способностями, чтобы это дело оформить, так скажем. Как это называется? Не техническими, а бюрократическими способностями. А может и бюрократическими, тогда. Техническими, да, он может быть действительно и обладает. Вот, но, например, вот в группе технического отдела, да, например, там, да, там у нас очень много рационализаторов, которые, извините, не дожидаясь, там, сами внедряют для того, чтобы облегчить себе труд. Вот, по поводу докеров, ну и иногда и прислушиваться, приходится непосредственно технологам прислушиваться непосредственно к практикам, которые да, это дело выполняют. Зачастую там бывает, он технолог разработает, а ты там ее раза два, потом это дело пошлешь и скажешь, иди-ка ты сам. Ну, то есть и двигаем прогресс в таком плане. Понятно. И еще такой вопрос. Какова последние годы, где заобороты растут, особенно в последние годы? Да вы знаете, тоже трудно судить. Он сегодня, на мой взгляд, устоявшийся. То есть динамика в связи с кризисом, она всех коснулась, был спад. Вот. Сегодня идет, так скажем, специализация. Вот, непосредственно подразделений, ну, то есть участков порта, да, есть там конты, которые на контейнеры специализируются, есть специализация там паромные, рот, терминалы, есть реф-терминалы, то есть идет специализация в этом направлении. Ну и вот по поводу, ну, цифры, они пишут, что у них сейчас вот они вышли на прежний кризисный уровень, я думаю, что может и повышаться. Хочу сказать, что транспорт это несет с собой циклический характер, и вы, то есть, трудно говорить по циклам, это всегда происходит в порту, то спад, то объем работы тебя наваливается, это связано и с метеорологическими условиями, и с договором, ну, то есть, множество факторов. Цикличная работа порта, это всегда было и есть. Еще вопросы? Хватит, наверное. Выступления будут? Если народ даст мне 3 минуты, я скажу 3 минуты. Отдаст. Вот в начале своего выступления Михаил Юрьевич сказал, что вот раньше профсоюзы были инструментом партии и занимались в том числе производственными вопросами. В основном. Вот мне видится, что все-таки тут не совсем вот верно. Во-первых, они не занимались производственными вопросами, потому что когда два человека разгружают два вагона за смену, то это, вообще говоря, важнейший производственный вопрос, потому что при этом люди превращаются в инвалидов. Профсоюзы тогда этим не занимались. Ну, у нас в порту. И вообще, так сказать, ну, не соглашусь, потому что... Ну, я перебил. Я слышал, до Статон доходил. Вот. Это вот, то есть, наверное, все-таки проблема не в том, что они занимались производственными вопросами, а в том, что они не занимались, потому что зарплата работников, условия труда – это важнейшие производственные вопросы. Важнейшие. И второе, вот по поводу инструментов. Вот все-таки с научной точки зрения, как вот строятся вот эти вот инструменты, да? Вот есть КРАС, танцевать надо от КРАСа, то есть какая-то там большая группа людей, там имеющих одни интересы
и имеющие на этой основе этих интересов основания для объединения. Вот рабочий класс. Вот уже рабочий класс, он создает инструмент для решения своих проблем – профсоюзы. Это понятие достаточно широкое, но все-таки более узкое, чем класс. Есть представители рабочего класса, не члены профсоюзов. Но при помощи одних только профсоюзов задача не решить по коренному преобразованию общества и по достижению своих целей, даже локальных целей, когда они более-менее уже возрастают, не решить. Поэтому рабочий класс создает свой авангард, теоретически, партию, которая более, гораздо более узкая численно, чем профсоюзы, не столь массовая. Но она вот решает без нее, ряд вопросов нельзя решить. Почему? Во-первых, потому что в профсоюзы все-таки это внутреннее дело, там сами рабочие, как правило, участвуют. Если привлекают каких-то интеллигентов со стороны, в наемные, так сказать, руководители профсоюзов, то толку от этого, как правило, не бывает. А в партии есть такие интеллигенты, которые все-таки вот они выражают интересы рабочего класса, и даже как у Ленина об этом написано, зачастую более пролетарские они, чем сами рабочие. Бывает и так. Более последовательно и твердо защищают интересы рабочего класса, чем сами рабочие. В силу знаний, присущих им. А в силу того, что в буржуазном обществе, да и в первой фазе коммунизма, достаточно сильное разделение труда, рабочим, ну, в силу своей занятости просто и не овладеть знаниями. Они необходимы, потому что, когда вы решаете мелкие задачи, ротку строите, здесь можно чего-то на основании опыта, на основании своего умения очень хорошую ротку создать и без знания, теории там, гидродинамики и так далее. А большой корабль его без науки не создашь. Там надо и сопромат знать, и гидродинамику, и все-все-все, много чего. Вот. И вот, так сказать, вот это вот все-таки вот инструменты, наверное, все-таки, если профсоюзы инструмент в руках партии, это, наверное, неправильно. Это вот зиновьевская мысль, что вот партия как некая самоценность, да, и диктатура партии должна быть, она уже помыкает там через профсоюзы рабочим классом. Значит, идет рабочий класс, у него инструмент профсоюзы, и его же инструмент партия, вот такая пирамида там получается, устойчивая, которая зиждется на широком основании. Все. Согласен. В связи с выступлением, я не относясь никогда к рабочему. Нет, рабочий, конечно. Нет, но это работник более широкое понятие, интеллигенты тоже работники, вот. Так, Таисий, сколько вам минут надо? Я полагаю, столько же, сколько вам. Как народ? Хорошо. Пусть выступит. Товарищи, у меня дома хранится копия самого первого номера «Правды». Вы видели? Знаете, кроме всего прочего, меня в «Правде» что просто поразило. Там, конечно, разные статьи на разные темы. Вот, но кроме всего прочего, там объявления о каких-то учебных курсах, там и что-то еще, то есть нет там такой вот, извините, голой кумачевщины, а люди, вот большевики, постоянно думали о реальных потребностях людей. И сейчас, в общем-то, ситуация та же самая. А какого года в «Правде» идет речь? Самый первый, например, 5 мая 2012 года. А-а-а. Вот. И вот здесь ситуация такая же. Безусловно, одних профсоюзов недостаточно. Но, в конце концов, все люди, и рабочие в том числе, живут какими-то... Чтобы решить их потребности, вот их задачи, нужно таких потребностей никогда не отдать. Я не в свое время достаточно много внимания уделял и жилищному вопросу, и продовольственному, и всем-всем-всем остальным, которые входят в круг потребностей людей. Поэтому за ним люди шли. Наверное, сегодня ситуация в этом плане точно такая же. Надо создавать именно те организации, которые будут... Вот то, что я хотел сказать. Как только любая организация от реальных потребностей людей отрывается, так она становится... Я хотел бы добавить то, что сегодня реально Российский профсоюз докеров этим занимается, когда он в своей программе и задачах поставил поэтапное приближение заработной платы к стоимости. А стоимость это и есть как раз вот о чем вы сказали. Да, я видел вот ваши расчеты. Да. Очень здорово все посчитано. Ну, в общем, должен сказать, что есть и негативный опыт в нашей работе. Лучше брать позитивный.